белокочанной капусты очень важно получить продукт плотный, сочный, хрустящий, без посторонних привкусов и горечи, без постороннего аромата. С помощью технологов мы разработали заквасочную культуру, которая не только даст гарантированные качественные показатели готового продукта, но и сократит время ферментации, время сквашивания вашей капусты с 9 до 6 дней, что увеличит производительность труда и даст хороший, ощутимый экономический эффект. В составе закваски специально подобранный штамм, который ферментирует сахар до перекиси водорода, пантерицина и молочной кислоты. Перекись водорода и пантерицин оказывают антимикробное действие, а молочная кислота ведет к снижению pH среды и консервирует заготавливаемые овощи. Штамм устойчив к содержанию соли в рассоле. Мы протестировали капусту, полученную с помощью заквасочной культуры. На 6-е сутки продукт имел выраженные органолептические показатели, аромат, характерный для квашеной капусты, сочную, хрустящую консистенцию, аппетитный, в меру кислый вкус без горечи. Один пакет закваски рассчитан на 10 литров рассола, что соответствует 10% капусты. Применение закваски поможет вам получить качественный продукт, хрустящий, сочный, плотный, всего за 6 дней и получить хороший, ощутимый экономический эффект. Так, например, если предприятие выпускает 10 тысяч килограмм квашеной капусты в месяц, то за счет сокращения сроков квашения производительность увеличивается до 15 тысяч килограмм. Это дополнительная прибыль в 50% или 600 тысяч рублей при средней рыночной цене на квашеную капусту в 120 рублей за килограмм.